Всем привет, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской, который у нас располагается в Анапе, в 2 километрах от нее и в 4 километрах от самого моря. Что я хочу сегодня поговорить о Морском. В данном поселке мы уже полностью сделали электроснабжение в каждый дом по 15 киловатт. У нас здесь есть центральная вода, давайте сразу вам покажем, потому что есть вопросы, что есть вода или нет. Вот она у нас бьет хорошим напором, и такой напор у нас есть в каждом доме. Сделали по улицам мы полностью все освещение, у нас каждый столб освещается, и тогда улица у нас будет яркая, светлая. Будет асфальтироваться дорога после того, как выйдет тяжелая техника. Но сегодня мы находимся с вами на улице Цветочной, которая у нас, в принципе, почти уже полностью вся закончена. Но речь хочу с вами сегодня начать с того, что много спрашивали, есть ли у нас одноэтажные дома с 3 отдельно стоящими комнатами, кухней и залом. Я хочу вам сегодня представить проект в Морском. Это 90 квадратных метров. Давайте посмотрим его вместе. Сейчас мы с вами находимся на улице Цветочной, 17, где вот у нас залита уже такая плита. Он полностью уже отстоялся, и в скором времени будем возводить здесь уже стены. Здесь в данный момент дом у нас получается с подвалом будет. Но есть у нас уже вот дома, которые мы полностью возводим стены, они тоже у нас будут с подвальным помещением. Давайте посмотрим. На экране вы сейчас видите 3D-модель этого дома. Он у нас есть в 2 типах отделки. Это в кирпиче и фактуре. Давайте рассмотрим этот проект поподробнее. В доме расположено 3 отдельно стоящих спальни по 12, 12 и 14 квадратных метров. Прихожая составляет у нас 4 квадратных метров. Коридор 7,5 квадратных метров. Санузел выходит у нас 5,2 квадратных метров. Кухня с гостиной общей площадью получилась у нас 33 квадратных метра. Стены мы возводим из 24-го газоблока. Каждый ряд мы прокладываем армосетки. Над каждым перекрытием окошек, дверных проемов у нас обязательно идет перемычки. Пойдемте посмотрим вовнутрь. По всему дому у нас полностью везде есть перемычки. Армопояс у нас тоже, как вы видите, уже здесь полностью готов для того, чтобы мы его могли заливать. Вот у нас 3-й проект, который уже полностью заведен под крышу. И как внутри, какая планировка, хочу пойти вместе посмотреть, что там уже сделали. Пойдемте посмотрим. При входе, как мы видим уже, здесь есть у нас теплый пол. Он у нас идет в данном доме в 4 секциях, в 4 зонах. Это у нас при входе, это у нас холл, санузел и на кухне. У нас полностью здесь вся разводка и стоит электрощит тоже при входе. Он будет полностью установлен здесь со всеми рубильниками, автоматами, чтобы здесь было все доступно. Пойдемте дальше. Также мы видим, что у нас над каждым входом есть свои вот эти перемычки, которые мы тоже выполняем сразу, когда делаем бетонные работы. Они должны быть обязательно. И также над окошками тоже. Как вы видите, и над окошками тоже. Окна мы ставим здесь 2-камерные. Эликс. Хорошая фирма, хорошие окна, интересные. Ну, держит шумоизоляцию и тепло. Входе в зал, кухня-зал у нас получается. Здесь мы видим место. Устанавливается котел 2-контурный. Это отопление и горячая вода по всему дому. Также вы видите, здесь выведено полностью все. У нас все теплые полы. Здесь будет ставиться моторчик и полностью распределение будет у нас пола. Также с кухни у нас есть выход на террасу. Данный дом имеет у нас земельный участок 6,5 соток земли. Получается у нас 2 спальни при входе с правой стороны, 1 спальня и 2.
И выход с зала тоже получается будет у нас еще одна спальня. Эта спальня такая интересная будет получаться, потому что в ней такой эркер с передней части дома. Поэтому она такая светлая, уютная. Что хочу еще показать в данном доме, это вытяжку, которая обязательно должна быть. Она у нас здесь с вами 200. Это для того, чтобы при установке газового котла по ГОСТу должна быть вытяжка в доме не менее 200 миллиметров. Также можем обратить, в доме полностью выведены все электрические работы, уже полностью по всему дому. И вот на данном этапе, когда у нас заключает клиент договор, мы уже распределяем, где и как будут устанавливаться розетки, выключатели и еще дополнительное электрооборудование. Но данный дом у нас не имеет пока хозяина, мы здесь все делаем по базовой комплектации. Поэтому, если вам понравился данный дом, то вы можете нам звонить в отдел продаж. Мы обязательно вам поможем и ответим на все ваши вопросы. Ну вот мы и сделали с вами такой краткий обзор нашего дома 90 квадратных метров, который находится у нас в коттеджном поселке Морской. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, и мы тоже также будем освещать и другие проекты более подробно на этапе строительства. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем до новых встреч, пока!